Житель нашей республики осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Казбековский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Осужденным назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год. В суде установлено, что в июне 2020 года в поселке Дубки осужденный, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.